2015 подходит к концу, а это значит, пора подвести итоги года литературы. Вопрос: кто в этом году много читал, а кто, как небезызвестная стрекоза, много гулял? И сейчас мы узнаем, я бы даже сказала, подслушаем, кто, что и как читал. Привет, расскажи мне, ты любишь литературу? Да, люблю. Сказки в детстве читал? Читал. Репку помнишь? Помню. Расскажи мне тогда имя какого единственного героя мы знаем по этой сказке? Там же детка, бабка, по-моему, внучка. Это внучка? Нет? Имя, прям имя. Имя? Мышка-нарушка, лягушка. Ой, лягушка-квакушка. Бабка? Бабка. Потом внучка? Внучка. Потом псина. Подожди. Мышка, внучка, дед, ну, бабка. Дед, бабка. Собаку как звали? Жужа, собака, или как ее звали? Это мышонок. Жучка. Жучка, да, жучка, да. Знаешь, кто назвал Краснодар собачкиной столицей? Нет. Собачки же? Нет. Наверное, памятник, который стоит там. Гоголь, нет? Нет. Я не знаю, я не местный. Ну ладно, я дам тебе подсказку. Это поэт Серебряного века. Маяковский. Маяковский. Это был Маяковский. Маяковский, конечно. В произведениях Шекспира это слово встречается около 3000 раз. 3000 раз? Манилась ли ты на ночь Дездемону? Быть? Не бы, нет. Это чувство нам всем знакомо. Недоумение. Любовь. Ну там это любовь, все дела. Любовь. Кто написал «Недоросли» Пан Визина? Очень может быть, что это сделал Пан Визин. Ну, наверное, Пан Визин. Пан Визин? Это же логично, ё-моё. Молодцы, ребята, я даю вам конфеты, доставайте. У вас есть право выбора. Эй! Тебе остались еще конфеты? Я готов ответить на все вопросы. Эх, Света, да разве в конфетах счастье? Сколько смешных и нестандартных ответов мы сейчас услышали. А самое главное, что студенты Кубани все-таки читают.